Да, ребят, красиво начинавшееся утро, что-то начинает совсем портиться. Там ночью дождик небольшой прошел, я так думал, может, этим все и ограничится. А тут уже он начинает затягивать капитально, и поднимается вон ветерок. Пока что порывами, но обещали хороший. От ветра-то я, в принципе, здесь прикрытый. Опа! А вот и дождик начинается. Короче, ребят, придется мне вам сейчас по-быстрому презентовать ультралегкий тент. Говорите, береженого Бог бережет. Тент я буду кидать через веревку, через конек. Что-то я сегодня расслабился. Вот это вот тент. 3 на 3,5 метра. Сшит из той же силиконки, что и это самое, что и палатка. Значит, и по весу получился он у меня 400 грамм. Для такого размера вполне достойно. Значит, почему через конек кидаю? Естественно, на нем есть все растяжки. Но почему через конек? Больше свободы. То есть мы растяжками тяжело регулировать, нужно искать подходящее место зацепиться. Ну или попросту говоря, чтобы деревья росли именно в тех местах, где нам нужно. А так бывает не всегда. Поэтому через конек проще. Мы тягаем веревку. Я вчера и говорил, что я палатку ставил по этому тракту, чтобы можно было натянуть веревку.
Ну и вот сейчас растягиваем боковые колышки. Ну и вот приблизительно как-то так. Может быть, не совсем красиво, конечно. Но в любом случае, вон, с него все скатывается. Не идеально, конечно, вдоль палатки веревка натянута. Но в любом случае, вот это уже спасение. Теперь вот нам сам черт не брат. Стоило это, конечно, все сделать гораздо раньше. Но все равно уже подмокнуть троху успел. Но, в общем-то, ничего смертельного. Так, все, тент нигде на палатке не лежит. Так что все добро. Тентик отработал на ура. Хотя, ну, как бы все по графику. Вот почти 10 часов. Вот они вроде как с 10 и обещали дожди. Ну, вот на этот случай у нас есть газовая горелка. То есть не то, что в щепочницу. Хотя, если дождь кончится, можно и щепочницу развести. Вон там в черном пакетике лежат сухие дрова. Ну и вот такое обещали сегодня до вечера. Поэтому я искал такую капитальную стоянку, ну где можно сделать капитальную стоянку, чтобы особо никто не беспокоил. Оказалось, что рядом с Буцеловым это не так уж и просто. О, и дальше снова ясное небо. Так что глядишь, вот это все, я еще успею и ветровку посушить. Да. А ветерок вот не на шутку разгулялся. Вот. Вот уже до обеда еще как-то был, ну, ветер и ветер. Тут вообще вон такими порывами идет. Деревья ходуном ходят. И вот это вот в лесу. Вот, что там творится в полях, так это вообще представить страшно. Вон весь лес ходуном ходит, смотрите.
Ну, хоть тучи не сплошные, и то радует. Ну, вот уже практически 5 часов. Обещали, что к вечеру разгонит, но пока вот вижу, что облака с разрывами, но...